Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 11 ноября. Сегодня у нас с вами суббота. Обращаем ваше внимание, что для многих людей этот день будет поворотный. И даже не этот даже день, а даже этого года. Поэтому обязательно скажите эти слова в золотую минуту, это поможет вам изменить вашу жизнь. Обращаем ваше внимание, что сегодня, 11 ноября, открываются световые врата под числовыми кодами 1111. И запомните, именно сегодня это такой вот мощнейший зеркальный портал, который энергии, которые вы сможете в этот день воспринять, раскроют ваши способности, откроют ваши возможности и, что немаловажно, выведут вас на новую волну, формируя для вас новые дары, таланты и возможности реализовать то или иное желание. Поэтому, девочки и мальчики, сегодня в золотую минуту скажите обязательно слова. Какие слова далее в этом видео? Давайте с вами разберемся, почему для многих людей сегодня этот день может быть поворотным и даже на ближайшие следующие полгода. Итак, сегодня у нас суббота. Обращаем ваше внимание, что сегодня 28-е лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Весы до 21 часа 40 минут, далее переходит в знак зодиака Скорпион. Но что же сам день, друзья, у нас с вами несет? Дело в том, что сегодня один из самых, наверное, благоприятных, самых изобильных, благополучных дней. И энергетика этого дня, которая идет с космоса, она достаточно гармонична. День сам по себе очень чистый и светлым. Поэтому вы вот сегодня ни в коем случае своими действиями, словами не должны нарушать гармонию, вне зависимости, в каком вы находитесь состоянии, что у вас случилось. Кроме того, сегодня у некоторых людей жизнь будет их проверять на то, как они усвоили те или иные жизненные уроки. Поэтому сегодня, на протяжении всего дня, будьте в приподнятом настроении. Контролируйте обязательно свои эмоции, имейте добрые мысли и намерения. И не забывайте сегодня в золотые минуты по вашему местному времени сказать одни магические слова, потому что они подтолкнут вас к новым свершениям, к новым возможностям. Ваша главная задача не остановиться, не зациклиться на чем-то. Почему? Потому что, зацикливаясь на чем-то одном, вы забываете о другом. А когда вы открыты, ваше сердце открыто для этого мира, для Вселенной, для людей, для новых возможностей, то и ваш мир, он совсем другой. Также сегодня вредно перенапряжение и нервозность. Обратите на это особое внимание. Обратите внимание сегодня, друзья, на своих знакомых, на тех людей, которые не находятся с вами в родстве. Почему? Потому что они сегодня у вас будут вызывать нервозность, злость, где-то зависть, будут разносить какие-то ненужные слова. Поэтому, если есть возможность, то сегодня оградитесь от любого негатива. Даже если сегодня вы в социальных сетях или вам звонят и говорят о какой-то новости, и вы точно знаете и уверены, что она вас не касается, просто закрывайте этой энергии дорогу. Почему? Потому что вы в такой момент, вы можете разнервничаться, распереживаться, и это повлияет на дальнейшие ваши планы. А вам сегодня нужно только вдохновение, только благополучие, только любовь. Помните об этом. А вот во второй половине дня вот уже чувства и эмоции будут становиться более спокойными, а действия размеренными. И самое интересное, многие люди станут более вот спокойнее, вне зависимости, это в вашем окружении или нет. А также, девочки и мальчики, если мы говорим сегодня о бизнесе, если мы говорим сегодня о деньгах, то сегодня достаточно удачный день для работы и для бизнеса.
Также сегодня благоприятное решение многих финансовых вопросов. Кто-то скажет: Боже, но это же суббота, о чем вы говорите? Вы должны понимать и то, что в бизнесе нет понятия выходных дней. Хозяин, предприниматель, директор, он 24 часа, 7 дней в неделю он в сутки работает и думает, генерирует идеи и так далее. Также сегодня хорошо заниматься приобретением земли и недвижимости. Однако не надо принимать никаких решений, особенно вот каких-то резких. Мы уже говорили, что в последние дни у людей почему-то проявилось такое желание резко что-то делать. Менять свою жизнь, личную жизнь, менять материки, работу, партнерские отношения и так далее. Перед тем, как вы собираетесь это сделать, пожалуйста, размеренно, с холодной головой обдумайте эти мысли. Почему? Дело в том, что сейчас энергии, которые идут с космоса, и людям очень сложно, и именно человеческому телу очень сложно перерабатывать. И поэтому это может приниматься для людей, вот знаете, вот как бы вроде как человек понял, что да, ему уже нужно разойтись с этим человеком, или поменять страну, или работу и так далее. Но вы должны подготовить для себя соломинку. То есть, если мы говорим о работе, найдите новую работу, попробуйте, пройдите стажировку. А на этой работе, так называемой старой работе, где вы проработали энное количество лет, месяцев, возьмите больничный или за свой счет. У каждого это будет по-своему. Но пробуйте, не засиживайтесь на одном месте, но и без резких движений. Обращаем ваше внимание, сейчас идут энергии из космоса, когда вот происходят вот такие колебания. Также сегодня рекомендую вам прислушаться к своим родным, своим близким людям. Почему? Потому что их слова, их советы могут вас предупредить о возможных проблемах. Также сегодня желательно общаться с людьми, которые намного взрослее вас. Почему? Дело в том, что эти люди, они могут вам подсказать очень важные советы. Мы не говорим о том, что вы их должны принять стопроцентной вероятностью вот к исполнению. Нет. Но просто выслушав одного человека в годах, второго, третьего, вы поймете, как же вам поступать и что вам нужно делать. Что же касательно здоровья, то люди сегодня могут болеть. При этом болезнь может проявляться, вот знаете, спонтанно. Поэтому сегодня уязвимыми могут являться органы чувств, особенно зрение. Поэтому берегите сегодня свою голову, глаза, следите за артериальным давлением. Обращаем на это ваше особое внимание. Также сегодня хорошо заниматься очищением, голоданием. Также как вариант выходить из кризиса. Если мы говорим о стрижке волос, то обращаем ваше внимание, что сегодня стрижка придаст очарование внешнему облику. Также сегодняшний день, обращаем ваше внимание, очень хорош для того, чтобы проводить практики, которые связаны и с достатком, и со здоровьем, и с настроением. У каждого это будет свое. Главное, чтобы вы чувствовали свое сердце, чтобы вы на интуитивном уровне осознавали и понимали, что вам нужно делать и как вам нужно делать. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день вот предназначен для земных дел. Что мы здесь имеем в виду? Здесь мы имеем в виду, что вы можете сегодня сажать полезные растения, например. Можете делать ремонт, покупать, например, дом и все, что с этим связано. Сегодня вообще день очень благоприятен для созерцания, для самопознания, для раскрытия внутреннего своего «я». Это очень сложная работа, но сегодня из космоса идут вот эти энергии, которые помогут человеку и созерцать, и понимать, и познать себя. Конечно же, некоторым людям это будет сложно сделать, но помните о том, что открывая свое сердце себе и неся свет и любовь, вы можете измениться. Также вы можете увидеть и понять, что для вас имеет высший смысл. Также сегодня ни в коем случае нельзя рубить деревья, рвать цветы, копать землю. Также если у вас появились насекомые,
Нельзя их убивать. Да, вот именно в этот день не стоит этого делать. А далее, что же касательно общения с начальством, то сегодня вполне подходящий день для обсуждения любых важных вопросов и для вас, и для в той компании, где вы работаете. Также сегодня хорошо менять место работы. Да, сегодня суббота, многие скажут, но вы должны понимать и то, что мы с вами живем на разных материках, мы живем с вами в разных странах, где, может быть, суббота у кого-то и рабочий, день. Обращаем на это ваше внимание. А кроме того, если вам сегодня позвонили и сегодня вас в субботу пригласили на собеседование, обязательно соглашайтесь и обязательно езжайте, берите такси, если надо, и идите, проходите собеседование. Но помните, поднимаем важные вопросы: зарплата, социальные гарантии, обязательно отпуск. Это вот три пункта, которые вы должны проговорить на собеседовании именно сегодня, 11 ноября. Также сегодняшний день подходит для любых операций с недвижимостью. Поэтому, если вы планируете покупать, продавать, делать обмен, то сегодня все пройдет для вас благополучно и удачно. Также сегодняшний день прекрасен для зачатия. День прекрасно подходит и для физических нагрузок. Что же касательно домашних дел, того же ремонта, уборки, этот день можно полностью посвятить домашним делам. Сны, как правило, бывают вещами, сновидения насыщенной информацией, которая может оказаться весьма ценной. То, насколько эффективно вы сможете ею воспользоваться, здесь уже зависит, опять же, только от вас. Обратите на это особое внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам на этот день говорит Архангел Михаил на 11 ноября. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом: положительные мысли порождают положительные эмоции. О чем эта карта? Что нам хочет сказать Архангел Михаил? А то, что наши мысли, они волшебными. И то, что вы ищете, вы обязательно это найдете. Конечно же, нам нужно с вами мыслить только положительно, только в созидательном русле. Конечно, это очень сложно сделать, особенно в такое время. Но даже вот сейчас эта карта, которую вывел, он говорит нам о том, что у нас идет проверка нас, насколько мы находимся в созидании, сколько мы являемся архитекторами своей жизни. Поэтому прямо сегодня вам постараться нужно очистить свои мысли. Кроме того, сегодня такой вот божественный день, 11 ноября, зеркальная дата. Убирайте негативные эмоции, все негативные эмоции. Даже если у вас есть какая-то обида, где-то недопонимание и так далее. Потому что именно вот этот негатив, он уменьшает ваши вибрации, ваши посылы, которые шли на созидание, на творение. Кроме того, обязательно сегодня уделяйте внимание себе, своей жизни, потому что есть прямая связь между положительными мыслями и положительными результатами. Как вариант, сегодня можете, возможно, прочитать какую-то интересную книгу, какую-то интересную статью. Как вариант, посмотреть какой-то фильм, который, но именно он должен быть в созидательном русле, он должен быть для вас таким вот учебным пособием. Это очень важно. Кроме того, очень важно, чтобы вы сегодня уделили время себе, уделили внимание близким, родным, также уделили внимание молитвам, аффирмациям, практикам. Не забывайте о таком понятии, как и любовь и сочувствие. Помните о том, что любовь может быть не только к мужчине или к женщине, а также это может быть любовь к себе. И это очень важно, вот это понять. Как только вы начнете это понимать, вы начнете и меняться. Молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать и проговаривать на протяжении дня, друзья, звучит следующим образом: божественная любовь и мудрость, я взываю к вам. Я знаю, что мой разум и чувства навеки связаны с вами. Я взываю к своему высшему я, сознавая любовь и свет, которые есть в каждом человеке или ситуации. Напоминаю вам, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Обязательно, девочки и мальчики, постарайтесь ее прочитать. И как мы говорили, сегодня
У нас с вами две золотые минуты, и в эти две золотые минуты вам нужно сказать следующие волшебные магические слова. Это время будет в 11 часов 11 минут по вашему местному времени и в 11 часов 11 минут по вечернему времени ваше местное время. Что нужно сказать себе? Звучат слова следующим образом. Я принимаю себя и создаю мир в своей душе и сердце. Я принимаю божественное изобилие, дарованное мне по праву рождения. Я принимаю божественный мир с радостью и благодарностью. Эти слова будут в описании, друзья, к этому видео. Мне к вам большая ко всем просьба. В комментариях к этому видео закрепите еще раз эти слова. Напишите следующую фразу. Я принимаю божественное изобилие, дарованное мне по праву рождения. Обязательно вот эти слова пропишите в комментариях. Они имеют энергетически сильное значение. Итак, эти слова нужно произнести в 11 часов 11 минут дня и в 11 часов 11 часов вечером. Вот, друзья, вот такой вот важной ценной информацией мы хотели с вами поделиться сегодня, 11 ноября. Мы всем желаем только всего самого лучшего. Берегите себя, будьте любимы, счастливы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше всего, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.